Здравствуйте! Зрители нас часто спрашивают, как правильно надо прикладываться к иконам в храме? На этот вопрос отвечает иерей Михаил Литвищенко. Известный московский духовник, протоиерей Валериан Кречетов, говорит такие слова, что есть в церкви три вещи. Одни нам делать нельзя, другие не принято, а третьи не положено. Нельзя нарушать заповеди, нельзя злиться, осуждать. Не положено нарушать какие-то церковные каноны. Например, идет Великий пост, и мы вкушаем постную пищу. Но если человек болеет, хотя это не положено, но мы дозволяем и благословляем и послабление. Но есть вещи, которые не приняты. Например, это касается множества традиций. Когда человек заходит в храм, если слева обычно встают, и так принято, женщины, справа мужчины. Но бывает так, что храм переполнен, и уже где встанешь, там встанешь. И зачастую женщин гораздо больше. Поэтому, если женщины будут тесниться на одной половине, то мужчины просто как барин себя будут чувствовать на другой. Поэтому тут уже стоим, как стоим. И вот с целованием святых икон подобная ситуация. Есть общий принцип. Не лобзать святые иконы в лике. Вот это самое важное. Есть, конечно, такая традиция, что когда мы подходим к иконе Спасителя, то лобзаем ноги, если Богородица – руки. Конечно, можно целовать просто икону куда-то в уголок. Но здесь еще раз важно помнить, что это все-таки относится к разряду вещей, которые мы называем традициями, которые только приняты. И важно не забывать, все эти традиции направлены на то, чтобы не отвлекать верующих от молитвы, чтобы их не соблазнять своим поведением. Опять же, исходя из заповеди, возлюби ближнего больше, чем себя самого.